Два с половиной года назад Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел выездное заседание в усадьбе Гребнева. Состояние разрушающегося памятника архитектуры тогда побудило депутатов инициировать поиск инвестора на его покупку. Сегодня депутаты во главе с председателем комитета Олегом Рожновым вновь здесь. Окупившую усадьбу меценат Андрей Ковалев показывает, чего добился за это время в ее восстановлении. В выездном заседании Думского комитета приняли участие представители областного и федерального правительств в ранге не ниже замминистров, а также глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Муниципальная власть активно содействует владельцу усадьбы. Андрей Булгаков уже не раз проводил здесь рабочие совещания с конкретными поручениями, а также обсуждал эту работу с губернатором и членами правительства. В числе основных задач – включить Гребнево в туристические маршруты Подмосковья и сделать площадкой областных мероприятий. Это действительно большая, интересная ивент-площадка, которую надо наполнить нам все вместе. Нужно, чтобы по всем направлениям, не только наши муниципальные проекты ежегодные, значит, вместе с Минкультом и с Минтуризмом, и, наверное, частично с Минспортом, разработать уже на следующий год, чтобы каждые выходные здесь был тот или иной, значит, ивент, событие, связанное с культурой, с массовыми мероприятиями или с выставками, ярмарками. Через 5 лет Щелково будет отмечать свое столетие. Меценат Андрей Ковалев берется к этой круглой дате сделать городу подарок, полностью восстановить усадьбу Гребнева. Подобное государственно-частное партнерство, когда объекты культурного наследия восстанавливаются без участия бюджета, вовлекаются в хозяйственные обороты, привлекают туристов, должно войти в практику, отметили на выездном совещании. Сейчас под это меняется законодательная база. Усадьба Гребнева является ярким примером. Не без проблем, но схема реализовалась, и мы получили очень ответственного владельца этой руинированной усадьбы. И у нас теперь, я уверен, ни у кого из присутствующих нет сомнений, что усадьба будет процветать. Она имеет потрясающий потенциал, удивительный. Я надеюсь, что это продолжится, и мы будем наблюдать за тем, как развивается усадьба Гребнева, одна из жемчужин Московской области. Мы будем продолжать всячески помогать. У нас есть рабочая группа, мы создали при Мособлдуме по взаимодействию с владельцами усадеб, с теми, кто в аренду взял, кто купил усадьбы, стараемся решать вопросы. Помощь усадьбе Гребнева нужна прежде всего на уровне нормативных документов и управленческих решений. По итогам встречи участники дали ряд рекомендаций министерствам и ведомствам, а также приняли участие в открытии бюста бывшего владельца усадьбы генерала Гавриила Бибикова, который в конце 18 века и возвел этот удивительный ансамбль в стиле русского классицизма. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.